улицы снега нет, хоть и скоро зима, 49 игре, она молода. Сколько песенных слов о ней, и мечты, и любовь, все ей, и с улыбкою на глазах поздравляет коза. В нее играют люди веселые, люди играют в школы, вузы играют города, играют даже страны из Евросоюза, планета КВН. С днем рождения тебя! Давай, Турсунбек! Турсунбек, это саксофон! Ярослав, это домбра! Добрый вечер, Лужники! Ой, простите, простите, простите! Добрый вечер, Собянинки! Друзья, в этот торжественный день хочу сообщить, что КВН придумали именно казахи! А чего вы такие большие удивленные глаза делаете? Нурлан, это русский, у них всегда так. Супер, супер. Суперенок. Да ладно, ребята, сегодня праздник, день рождения КВН. 49 лет. А в день рождения принято дарить подарки. Что будем дарить? Салат, все продумано, все отлично. Александр Васильевич, примите от всего Казахстана этот маленький скромный торт. Мучная работа! Подожди! Не-не-не, давайте лучше Александру Васильевичу подарим настоящего казахского скакуна! Ты что, он же не ест конину! О, отлично, сам съем! Подождите, подождите, давайте подарим остров в Индийском океане! Ты что, Александру Васильевичу Маслякову остров? Это как-то не по-казахски! Давай что-нибудь получше! Вот стишок! КВНу 49, 49, не 50. Выпьем сейчас по 49, а хотелось по 50. Молодец, молодец. Вон из команды. Уходи. Такси. Гостиница 200. Самый лучший подарок – это подарок, сделанный своими руками. Достаем сервиз юмора на 5000 персон. Поехали! Дамы и господа, леди и гага. Американский футбол в казахстанских степях. Hey, are you ready? Hey, go! Вы знаете, нашу Гульнару постоянно окружает ее братья, поэтому ей самой приходится знакомить с парнями и даже петь им серенады. Андрюша! Андрюшенька, выйди на балкон! О, нормально, пацаны. Андрюшки у нас еще не было. Давай. Ты, теперь я знаю, ты на свете есть. И знаем мы твой адрес. Дышу. И ты пока дыши. И во сне будь начеку. Нет, мне ничего не надо от тебя. Видишь, ты ей не интересен. Трудно будет жить без глаз твоих. Трудно будет жить тебе без глаз. Так, все, хватит! Мне все надоело, всюду за мной ходите, никакой личной жизни! А мне, между прочим, уже 49 лет! И если для КВН это праздник, то для меня катастрофа! Андрюша, Андрюшенька, выходи! Андрюшенька, знакомьтесь.
Дамы и господа, президенты России и Казахстана решили сделать себе подарок и посетили оперный театр. Но сидели уже не в президентской ложе, а в партере с обычными людьми. Дмитрий Анатольевич, классная идея, что пригласили в оперу. Но мне больше нравится цирк. Не-не-не-не-не, продолжайте, он просто так сказал. Знаете, Дмитрий Анатольевич... Я извиняюсь. Можно, пожалуйста, потише? Вы тут не одни. Извините, извините. Так непривычно. Извините меня. Ну вы опять мешаете. У вас какое гражданство? Что? Ничего, ничего. А почему в российской опере два дирижера? Классная мимика. А почему два дирижера? Мы считаем, что так эффективнее. Извините, это мое место. Все возможно, молодой человек, но минимум через 2 года. А пока идите, собирайте подписи, агитируйте людей, я не знаю, делайте там партию, создайте. И все-таки здорово, что именно здесь, благодаря КВНу, мы с тобой, Нурлан, можем почувствовать себя настоящими президентами. Аплодисменты в честь Москвы-города.